Какое выбрать мясо? О, пожалуй, возьму вот это. И шашлычок под коньячок. О, дешевенькое. Я готов расцеловать город Сочи. Я не пойду с тобой на полусладкое. Сегодня пошалим. Дороговато. По акции. Держи, это ультратонкие. Трусы или носки? Трусы. Это и вот это. Блин, а я же за хлебом пошла. Интересно, колеса не брать 16 радиуса или 18? А шаровую китайскую или оригинальную? Подобьете мне кончики, чтобы буквально вот чуть-чуть. Нет, нет, спасибо. Не надо, мои волосы, волосы. Я рассталась с парнем. Сделайте так, чтобы он понял, что он потерял. Так-то лучше. Может быть, вот так? И все же, может, вот так? Может быть, вас все же на лысо побрить? А что? Делай как надо. Да что вот вы делаете? Вот сидите вы не так. Вот так челку нужно стричь. Как надо. Ой. Как вы думаете, мне такое пойдет? А такое? Отвечайте. Здравствуйте, мне как всегда. И все. Спасибо, будто другой человек. Нужно быстрее в школу, а то опоздаю. Блин, я что, опоздала на пару? Что делать? Да уже смысла нет идти. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Так, ты чего, ошибку сделала? Переделай все быстро! Что с тебя будет? Ладно, сейчас тусить, а домашку утром перед парами сделаю. Доча, какая ты у меня красивая, только бантиков еще не хватает. Блин, трояк поставил, мне нужно больше все учить. Блин, не зачет. Но я думаю, коньячок и конфетки все исправят. Мария Ивановна, а вы где? Дорогой Дедушка Мороз, хочу Барби, Бэби Бона и много игрушек. Я иду по блоку. Ну чё, дед, удиви меня. Хочу айфон, феррари и пару тысяч на карту. И лимузин под окном. Дедушка, хочу стать певицей и актрисой и получать миллионы. Дедушка Мороз, но сделай так, чтобы начальник меня не уволил. Я же стараюсь подметать подъезды максимально чисто. Дорогой Дедушка Мороз, делай так, чтобы этот тупой Гриша перестал меня за косички дергать. Oh, дорогой Дедушка Мороз, подари мне Гришу под елку. 8 вечера уже спать. Дедушка Мороз, хочу гулять допоздна и ложиться поздно. Дедушка Мороз, пошли мне хотя бы один выходной, я умоляю. Блин, надо в магаз ходить. Ма, я в магаз! Лена, нифига ты изменилась с нашего расставания. Ну да. Ой, это ты? Привет. Я смотрю, ты со школьной времени не прекратила ей сладкое. Хочу тебя найти. Это нет, я просто мимо проходила. Девушка, подайте деньги. Как всегда. Ну что, когда будем елку наряжать? Ну, потом. Ну когда уже? Да я же сказала, успеем. Так уже Новый год, когда? Еще 12 секунд, успеем.
случилось? Да шарики красные закончились. Я купила игрушки. А почему так мало? Я что, тебе дочь миллионера, что ли? А это наша елочка. Пиздец. Маленький шарик. Все, можно разряжать. Ёлку пошли наряжать, это дело нужно обмыть. Весь год мы были на стиле. Здравствуйте, вам посылочка. О, это мои куча. А с вас 299 рублей. Спасибо. Смотрели блогеров. Привет, мои дорогие подписчики. Решали загадки. Что ты делаешь? На дворе декабрь, а я до сих пор не поняла. Были в тренде. Делали крутые клипы в приложении Лайк. Привет, это мой видео батл «Распущенные волосы виз хвостик». Итак, плюсы распущенных волос – это сексуальность. Второй плюс – распущенные волосы закрывают плечи. Угу. Мне кажется, после моих видео мальчики разочаруются. Третий плюс – мальчики, знаете, если ваша девушка постоянно ходит с распущенными, значит, она очень любит пончики, потому что длинные волосы закрывают щеки. Ну, а из минусов – они постоянно, сука, лезут на лицо. Ну, а сейчас любители блеска меня поймут. Минус – постоянно жарко. Последний минус – постоянная укладка. А теперь поговорим о хвостике. Его плюсы в том, что можно одеть всякие аксессуары. Второй плюс – хвостик моментально делает тебя милее. Самый любимый плюс – то, что прическа не портится. Эх, а из минусов наши щечки-то открываются. И ручки тоже. Последний минус – рискуешь выглядеть как 13-летка. Всем спасибо за просмотр, оставь комментарии обязательно. И в следующих видео увидимся. Кулечка, кушать! Да-да. Вкусно, вкусно. Держи, Мася, это тебе штрудель и заморский деликатес. Ну и что это за фигня? Я понюхаю, но есть это дерьмо, будешь сама. Чеши меня. Муа. Да, я тебя полюблю. Курочка, кажется, в дом пробрались грабители. Мася, в дом пробрались грабители. Мы с тобой одни. Помоги, что делать? Курочка, давай поиграем. Лови. Ой, моя ты умница. Мася, давай поиграем. Поиграла, блин. Как же она меня задолбала. Сколько можно опаздывать? Привет, извини, я на 15 минут опоздала. Вообще-то я уже тебя часа два тут жду. Упс. Скажи, подруга, ты все. Я в любой комнате поеду. Нет, сейчас Сашка придет, тот самый. Я тебе про него рассказывала, как я выгляжу. Хорошо, ты выглядишь. Ой, Саша. Тебе так хорошо готовится. Каждый день на скид трачок, как она гладит. Ну, мяч. Просто будешь с ней встречаться? Тихоня блеск. Мне хватит. Вот это мне пойдет. Где же слышать такие прикольные? Дашь поносить? Ну все, это селфи выкладываем. Да, да. Что делаешь? Да фотку выложила. А, ту самую? Покажи. Это же не та, которую мы выбирали. Ой, ну это не очень.